Про економіку. Дивіться, у зв'язку з коронавірусом і ажіотажем таким навколо цієї проблеми, наші читачі скаржаться на підвищення цін. Однак, коли ми спілкуємося з рітейлерами, як у приватних бесідах, так і під час інтерв'ю, вони нас запевняють, що не перевищують свою докризову норму прибутку. І посилаються на оптових постачальників, а ті, в свою чергу, на виробників. Тож до вас питання як до експерта. Хто в цій ситуації винен, що так от сталося з цінами? Ну, є проблеми з логістикою, це всі розуміють. Мені зараз передають, що там на таможні зовсім не дуже добре. І, звісно, всі карантинні міри, які є і в Європі, в Азии они сейчас почти ушли на ноль, но вот Европа логистический такой легкий коллапс переживает. Естественно, товары на складах постепенно вымываются. Я думаю, что все-таки некое увеличение маржинальности произошло, в том числе и у ритейла. То есть они воспользовались ситуацией, ажиотажным спросом и подняли цены на очень многие виды продукции. Это и в Киеве то же самое произошло, особенно все, что касается импорта. Понятно, что немножко и доллар подорожал, и это тоже негативно для импорта стало. Ну, я думаю, что вот товары первой необходимости и продукты питания, они в наибольшей группе риска по росту цен находятся. Мы будем покупать там туалетная бумага, мыло, стиральный порошок, обычные продукты питания. Это все будет дорожать. Более того, могут появляться, ну, если проблемы с карантином глобально не будут быстро сниматься, то могут появляться дефицит там, кофе, дефицит чая, ну, дефицит каких-то импортных товаров. Я пока не вижу для этого больших оснований, потому что в том числе в Украине планируют в самом конце апреля или в начале мая смягчать карантинные меры. Европа уже начала потихоньку смягчать карантинные меры. Поэтому логистика начнет опять работать. Но вот определенные проблемы у каких-то товарных групп могут возникать. Поэтому я вначале, еще месяц назад я всем рекомендовал делать товарные запасы. Я сам закупил все, что можно было закупить. И сейчас уже просто возобновляю эти свои складские запасы именно в товарах первой необходимости.